Теперь поводов у Светланы Лободы возвращаться в Россию точно не осталось. Единственный концерт во Владивостоке, который до последнего значился в афише, отменили. Причина такого решения не сообщается. Не исключено, что поводом к отмене мероприятия послужили громкие высказывания певицы. Концертный тур, который планировался с 2019 года, переносился из-за пандемии несколько раз. В Приморском крае концерт был запрограммирован только во Владивостоке, говорится в сообщении Министерства культуры и архивного дела Приморского края.